Детским садам помогают вернуться к привычной работе. Волонтерские отряды депутата Госдумы Владимира Бурматова передали учреждениям защитные наборы, маски, антисептики и дезинфицирующие средства. Это поможет защитить детей и педагогов от вирусов. В детском саду номер 481 во время самоизоляции работало сразу 9 групп для детей, в них больше 100 воспитанников, а на работу выходит 25 сотрудников. Маски, перчатки и антисептики заканчиваются очень быстро. Конечно, мы испытываем небольшие трудности с количеством масок для педагогов, для сотрудников. Антисептики очень быстро заканчиваются, так как они у нас стоят повсюду, и все наши сотрудники и родители ими пользуются. Сразу несколько садиков попросили помощи у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Волонтерские отряды парламентария привезли в учреждение все необходимое. Они сегодня получили эти наборы, в которые входят одноразовые перчатки, маски и антисептики для того, чтобы можно было дезинфицировать руки и чтобы работники этих детских садов, которые выполняют очень важную сейчас и нужную работу, чтобы они у нас находились в безопасности. Волонтерские отряды парламентария работают на протяжении всего режима самоизоляции. Они помогают пожилым и одиноким людям, многодетным семьям. Доставляют продукты и товары первой необходимости и даже помогают на садовых участках и с выгулом собак.